Ель. Здравствуй. Как ваши дела? Здравствуйте, Тариэль. Здравствуй. Как ваши дела? Так, помаленьку. Вот двойники объявились. Вместо меня отвечают на вопросы. Да, я видел, это как так получилось? Кто-то самозванец появился, что ли? Там их четыре. Да. Я вчера на Фейсбуке отвечал. Мне пишет, а у него на Фейсбуке ник Тарел Капанадзе, а Тарел рядом со мной сидит. И он меня спрашивает, откуда, говорит, ты меня знаешь? Ну как тебе прикол? Ничего себе. Я говорю, я твой поклонник. Тариел, так как прошли видеосъемки? Все нормально? Все нормально, все великолепно, все чисто, все хорошо. Так а продажу когда появится? Ты понимаешь, думаю, недолго придется ждать. Мы сейчас в Египет собираемся. Уже обговорили с людьми. Ну что-то будет. Очень скоро. Да. Ну это будет зависеть от нас. Так вот, а как вы сами к этому пришли? К этому открытию? Чтоб тебе не солгать, не работали вообще на другую тему. То есть это случайно, да, получилось? Да, совсем случайно, между прочим, не работали над антигравитацией. Ага. И там и такой эффект, что офигели. Ну, потом начали работать, но вышли именно на схему Теслы. Ну, после этого, еще Советский Союз был, когда у нас была готова аппаратура. Ну, потом пошел это распад Союза и т.д. и т.п. Потом 5 лет и 3 месяца война. Потом после 1994 года я уже начал демонстрировать, потому что я с кем бы не поговорил бы, меня то сумасшедших считали, то аферистов, все это уже, конечно, позади, но очень трудно было все это как-то пройти, пережить. Вот вроде бы как-то вот, как маленький снежный комок, как с горы спустишь, так оно огромное становится уже. Сейчас уже, наверное, и люди готовы к этому. Уважаемый Тарель, вот вы единственный, кто дали этому толчок. Вот я занимался уфологией где-то, может, чуть больше полгода назад, усердно. Я случайно буквально наткнулся на ваше видео. Ну, там, где зеленая коробка, где вы демонстрируете 5 килограмм. И вот с этого момента, ну, я сам по себе электрончик, я соображаю в этом. До этого я даже не подозревал, что такое возможно. И вот все. Денис. Если что, там посмотрим. Придется собрать хорошую команду. Электрошиков. Сейчас гидравликов, механиков тоже. Потому что я не имею права трогать электронную установку. Я должен судиться с Вестелем, потому что они нарушили договор. Посмотрим, что я смогу сейчас с Египта делать, но у меня в договоре написано там с Вестелем, что мы работаем по законодательству Швейцарии. Это значит, надо в Швейцарию занести в суд. Иск. Иск. Ну, да. А это очень большие деньги стоят. Я думаю, через... Но я сейчас время не буду терять, я буду, конечно, экспериментировать, и до мегаватта надо дойти, и
Ну, сейчас 100-300 киловатт у нас есть. Уже направлено. А вот остальные мы должны будем потом... Ну, как у тебя там? Сейчас со временем будет.